сторона. Там мене давно вже вірна жде любов, чи її зустріну я знов. Вперед, товарищи, живо! Ач, паны відгризаються. Ясно. Теперь им всем точка. Не изложим. Чё? Не изложим временное правительство и водрузим социальную революцию, понятно? А ты, комиссион, как видно, оратель. Оратель? Оратор. А мы с тобой перемахнем через мосток, а все остальные за нами. Усім разумно можно. Слабо. Эх ты, пехота. Знаешь, шоклешник, на слабо дурня вловлять. А через мосточок треба ось так. Ми ж, мабуть, ще не женатий, а у мене в Києві жінка є. І красива ж. Угу. І помирать мені та ще й зараз зовсім не можна. Дали мені оце за другого Георгія побивку додому. Ще зимою. Ну і жінка тепер на порі. Ось-ось дитинка буде. Что, Гарпина, может, к ней в ноги поставь. Это помогает, чтобы мальчишка был. Теперь уже скоро, Степаныч, скоро. Стой! Стой! Батя! 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 Амелька! Сынок! Ты! Амелюшка, родной мой, приехал! А, батя! Не узнаете, каким я стал? Центральной рады Харунжий! Глядите, батя! Так заходи в дом, сынок! Сейчас не могу, батя! Видите? По Киеву разъезду, завтра ждите! Заеду! Видишь ты, какой стал! Не дай бог, свинья рог, всех людей поколет! Когда помру я в той сторонке дальней, волны Днепровской не услышу плеск, не хороните там, мой брат печальный, а приведите в Киев на Печерск. Не хороните там, мой брат печальный, а привезите в Киев на Печерск. Гарпина, Гарпина, домой, дети плачут. Вот баба. Пошла по соседям, как брехня по селу. Ты зараз со штаба, Романюк? Со штаба, дядя Матвей. Ну и дела в городе. Сноха, внука жду. Принес? Принес, дядя Матвей. Воззвание Киевского комитета для нас. О, дура. У Степаныча опять этот Романюк, а? Не знаю. Ой, Галюся, так худо. А тебе какая болячка? У самой пятеро мало-мало меньше.
хочешь, чтобы меня в Лукьяновскую пекли, а детей сироты, у корова худая. Все те, кто страдает от войны, дороговизны и безработицы, все угнетенные и обездоленные, голодные и холодные, должны теперь сомкнуть свои пролетарские ряды для поддержки восставших рабочих и солдат Петрограда. Крепко написано. Солдаты третьего аэропарка, как один, будут с нами, дядя Матвей. И еще я слышал, что Центральная Рада нам не станет мешать. Кто сказал? Да их не добродии. Украина одна, а враг у нас общий. Российское правительство. Крехняк. Болтает. Украины две, Костя, две, запомни. Рабочая и буржуйская. А вот что сейчас в Питере? Дело, пехота. Браток. Ах ты ж, боже мой. Будь ты проклят навеки, кто там стрелял. Иван Матвеич Очередко. Ах, мой бедный, а какие мы бедности! Будь тихо, как трава! По голосу хлопец, дядя Матвей. Внук! Беда, Степаныч, скорее за врачом! Ой, беда какая! Овдовел солдатик ваш сынок, а дитя в память умершей матери. Назовите Галиной, доброе имя. Жив, к черту нежности, мама. Дворец взяли большевики. Я едва спас от этих хамов. Вот. Вот Алешка. Ух, негодяй. Леня, Алексей твой брат. Брат? Брат. Пошел в студенты, врачи. Все болтал революции, негодяй. И женился на Белошвейке.
Вот такие, как он, и губит нас. Но сейчас он на фронте. Предатель. Предатель нашей семьи и рода. Таких, как ты, я убивал сегодня. Узнаю кровь, Дорошенко. Дядюшка. Ну. Керенский, значит, удрал? Не знаю. Удрал. Поговорить надо. Ему отдохнуть бы, Павел Павлович. Теперь отдыхать некогда. Некогда. Разговор не для баб. Ты расстроен? Ну и дурак. Российская империя распалась. Это факт. Вся ползет по швам, как старые жупаны. Что ж тут веселого, дядюшка? Соображай. Ты украинец. России конец. Дай бог, если останется Московское княжество. А наша Вильна Украина раскинется от Дуная до верховьев Днепра. От Карпат до Каспийского моря. Бессарабия, Дон, Кубань войдут в нашу державу. Неужели так будет? К счастью, благодаря моей дальновидности, все наши капиталы вложены в промышленность юга. Центральная Рада зовет меня. Мы поедем с тобой. Я уже не молод, но еще кое-что успею сделать. А вот ты, Леонид, будешь молод, умен, ловок, далеко пойдешь. Ну. Прощайся с Петроградом. Да. Нагородил когда-то царь Петр. А теперь вся прахом пойдет. Опять сюда вернется Европа. А мы с тобой в Киеве поставим памятник. Знаешь кому? Мазепе. Тоже галка, значит. Жди батьку своего. Мабуть, война скоро кончится. Тетя здешняя? Да. Как лучше пройти к заводу «Арсенал»? А так, сынок, вон туда на гору, на Печерск. Ну что у вас в Киеве? Все еще временное? Да доживая трясся его матери. А что второе слыхать? Как там в Питере? Ого! В Питере там правительство, слава богу, здорово. На погост свезли. Ага. Документы. Ну, давай, давай. Прошу мне не тыкать. Вы кто такие? О, с луны, видно, свалился его благородие. Обыскать. Не трогать меня, а документы извольте. Военврач 42-го полевого госпиталя Дорошенко. Иди. Так это вы и есть казаки Центральной Рады? Так и есть. Слышал о вас еще на фронте, но о том, что вы такие красавцы, узнал только теперь. Огреть его нагайкой. Да черт с ним. Пошли. Кто там? Это я, Клава. Алеша, родной. Да, Витеньке 2 года. Скоро опять на фронт? Да нет, на фронт не вернулся. Фронта уже нет. Значит, мир. Будет мир, Алеша. Что тут у вас делается? Ой, не спрашивай, не знаю. Так тревожно. Прям страшно выйти на улицу. Появилась какая-то центральная рада. Казаки дебоширят, пьянствуют. На митингах грозят, кричат. Слухи.
Что же это будет, Алеша? Ничего. Скоро разберемся. Во всем разберемся. Васильевич, наконец-то падают цепи с Украины. Теперь скорее покончить с демагогией большевиков, и мы, только мы, откроем ворота в демократию. Демократию? Конечно, от вас, писателя Винниченко, все ждут красивых слов. Но наша прямая цель – создать на Украине железную власть. Ко мне? Так точно. Приехал господин Дорошенко из Петрограда. Дорошенко? Господин Грушевский встретил его, и тут сюда. Ну вот и вовремя. Если бы не самые энергичные действия, Павлович, большевистские банды с арсенала и других заводов сейчас ввергли бы город в состояние анархии. Да. Но, как видите, сыны самостоятельной Украины дружно стали на защиту порядка. Да, вы верно предсказывали, дядя. Киев — это не Петроград. Родной мой, к вам такой день. Уж примите старика. Ждем вас. Товарищи, к нам прибыл из Питера моряк Балтийского флота, участник штурма Зимнего, большевик, товарищ Камышин, который по заданию партии едет на Черноморский флот. И привез он с собой, товарищи, обращение военно-революционного комитета Петрограда. Слово вам, товарищ Камышин. Вот обращение. Его мне дал товарищ Ленин и сказал: везите, мол, на Украину и в Севастополь, как телеграмму революции. Гражданам России, временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, военно-революционного комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ, немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства — это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян! Ура, товарищи! Ура! Степанча. Да, дела. Жизнь пошла хоть башкой об угол. Там германец на фронте жмет, здесь тоже не сладко. Сказал бы ты, Степаныч, по-соседски хоть коротенько, что это у нас большевики ворошат и на заводе что-то затевается. А то живешь как вошь в кожухе. Тебя к ногтю, а кто за что, и не знаешь. А ты так не живи. Держись к людям. Ты меня не заманывай. У меня их пятеро голчат-то. И Карпына опять понесла. У нас жила такая. И ты поостерегся, Степаныч. Теперь-то хоть ради внучки. Здравствуйте, Матвей Степанович. Разговариваешь. Ну, зашевелились. Проходи. Вот для внучки и надо, и для твоих детей тоже. Погоди,
задерживайся. А ну, быстрее, прыгай. Всеукраинский съезд советов в Харькове от имени всего нашего народа заклеймил позором Центральную Раду как шайку презренных контрреволюционеров, предательски захвативших власть. Эти буржуйские прихвостни угрожают нашему заводу. Они требуют нашего разоружения. Никогда! Никогда этого не будет! Мы отстоим свой завод! Что же она теперь будет, Карпо? Восстание! Куда ты, дядя? Ну так, жинка же у меня больна, а детей теперь шестеро, покормить хоть их. Не трогай, я сама. Дай воды. Поклади. Папа, смотри. Ты чего? Ничего. По красному арсеналу! Огонь! Огонь! Прямой наводкой по бандитам петлюровцам! Огонь! Проснулась, Гавочка. А ну я тут. А, ты ж бессовестна. Все, все, все. Лежи, моя маленька, лежи. На, Монечки, на. Солдаты! Стреляют? Да. Пушку повезли! Ой, да и стреляют! Отключите солдаты! Заводе люди, а вы тут как гири чугунные у меня на ногах. Из-за вас должен тут... Не могу, ты меня поднимаешь. Это наш Карпух Вылин, первый в цепу выдумщик.
теперь? Хлеб у них вчера кончился. Через водосток выйдем к Днепру и будем пробиваться на Дарницу. Пошли. Большевистские силы движутся на нас от Харькова. События нарастают. И поэтому наши секретные переговоры с германским командованием начались. Сегодня только немецкое оружие может помочь нам, господа. А нам сейчас на Украину? Хоть черт, так батька. Хоть черт. Вот, Галка, пролили мы нашу кровушку. Ну, ничего, еще встанет наш арсенал. Ну, как, Галка? Веселая. Подгорячись, Степанович. Напился, рапушка, досыть. Ты вот что. Сделай милость, передай эту записку Христе. Осторожно. Понимаю. Гарпина! Гарпина! Шла по соседям. Ага. Ага, не трогай. Ох уж только эти бабы, вот нация-то неспокойная. Ага, кому я сказал, не трогай. Скажу я к Степанычу, как он там. Добрый день, Степаныч. Как она, здоровечка? Спасибо. Так, так. Все, политику читаешь? Садись. А я к тебе, понимаю. Это никого нема? Не пойму я, что это как получается. Уж пришла советская власть, и все вроде ладно стало, и завод ожил. Теперь опять как в норе сидим. Чего ж не понимаешь? Борьба, Яков. Ну да, это да, конечно. Но... Ушли наши ненадолго. Придут. Да может, конечно, и так, но приходит, уходит. Ой, скажите мне ради Христа, вот приперлись до нас немцы, как они нас оккупировали. А колды ж вон и уйдут. Сами не уйдут.
Проводить их надо. Ну да, так, так. Конечно, да. Майка, 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 Майка. Ну что, Христя? Все, пока тихо. От Степаныча. Удачную штуку придумываю, жена. Как скорее металл резать. Сколько бился, не выходило, а вот сейчас, кажется, одолею. Слава богу. К чему только? Как к чему? Завод стоит холодный, пустой. Люди говорят, что немцы скоро все станки вывезут. А ты рисуешь. Не пропадет. А как снова пустим цеха? Придется моя выдумка с резцом в самый раз. Попей, молочка, Аночка, попей еще. А, сытенькая. Иди, коза рогатая, куню, 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 Аночка. Ой, как тихий, как. Ну, Николай, мы не с тобой. Иди, теперь возьмут за шкирку. Тише! Беда! Беда, я Матвеев. Немцы! Ой, что же? Если вышибем оккупантов из Киева, как же? Еще самого загребут, да и до нас доберутся. Лейпхи! Сами все с голоду передохнут. Еще этот подлюга Амельков прицепится. Давай, Степочка. Ну, оставайтесь. Анисия, давай возьмем. Ничего, ничего. Подберет кто-нибудь. Да как же она, Христи? Дитя-то голодные. И темнеет уже. Ну, отойдите от окна, мама. Не можем мы на себя сейчас немцев наводить. Сами знаете. Yeah.
Чучун да люлька козаку дороги пригодится. Эй! За шикалки на Куреневке продал, слышь? А за скотерку аж 10 фунтов пшена дали. Живем. Спит. Почему пулемета не ремонтируешь? Большевиков ждете? Да, кто у вас здесь в цеху? Красные? Сапорожники? Какой партии, признавайся? Никакой партии я. Дети у меня, не губи. Жить захотел, падла. Жить! Чтоб завтра все пулеметы были готовы. Понятно? Наши придут. Сейчас-то за Днепром. Антихрист. Ах ты, гадюка. Держи, держи. А ну, кошки! Только! Смотри, в дитя не стреляй, гад петлюровский! Шкуру сдерем! Сволочь! Комиссаром Украину продал! Украина наша, а не ваша, куркуль проклятый! Ах ты, гад! Гад ползучий! Сдайся! Сволочь большевистская! Я из тебя сделаю рыцарь! А ты какой партии, а? Дядя Яша, вы! Ну, я. А что? Давай, выходи, выходи. Живее. Пошевеливайся, пошевеливайся. Ох, матушка владычица, чего же это деется-то? Влопались. Дядюшка, живо приготовь липу питерскую. Держись смело, дядюшка. Приходько, Полтавской, из Батраков. Бить белых хочешь? За власть советов. Да брось комиссар агитиров. Сам в коммуне состоит. Так чего ж ты голову-то крутишь? Зачисляйся. Есть. Эй, отец, в богадельню в Нафталин. Давай. А ты зачем? Сколько лет? Да я... А, на печку, папаша. На печку. Кто такой? Из Питера. Рабочий Охтинского порохового. Понимаешь, пробираюсь в деревню к родне. Отожраться бы. Гаврилов Николай. Ага. В Красной гвардии был. Ну а как же? Когда у матросики, понимаешь, зимнюю в полундру брали, мы тоже, понимаешь, на Охте не в носах ковыряли. Так чего ж слюнишь?
Отожремся, брат, после мировой революции. Зачисляйся. Есть. Следующий. Слушай, рабочий, война началась. Бросай свое дело, поход собирайся. Смело мы бой пойдем. Дядюшка, Леня, ты оставайся здесь, а я пробьюсь за границу. Береги себя и жди. Понял? Жди. Эй, там Гаврилов, не отставай! Помолись, деду, за красных. Господи, да помоги мне. Господи. Ставню сорвала. А ну, Андрейка, сбегай, причепи. Там бьет спину, как из нагана. Господи, громили пушка опять. Да, и то, и другое. Пушка большая. Вот тебе шестидюймовка. Своя слопала, точка. А кто стреляет, батя? Зараз у нас в Киеве только японцев не было. Когда все это кончится? Ух, гроза! Красивые кони. Да. Добрые, а? Ой, вот таких и я бы стал этим, как чего? Комиссаром, а? А, тоже. Хватил куда комиссара. А чего я могу? Да-да. Здравствуйте, Тося. Это же наш Романюк! Романюк! Здравия желаем! Здравствуйте! Дом номер 56! Да! Все собрались? Все как есть, гражданин Романюк. Те, которые у меня проживают. У тебя жили, а теперь у советской власти. Постановление. Многодетного рабочего Якова Середу со всей семьей переселить из подвала во второй этаж, в квартиру мелкого, но вредного буржуя домовладельца Кандыша, а данного Кандыша с женой ужать вниз, в одну комнату. Подписал совет. Вопросы есть? А за такие хоромы сколько ж грошей платить? А? Пока ничего. Вот, честно. Оп-на! Давай. Переселяй. А... бумажка-то пустая. Зато душа полная. Да ты переселяй, не волнуйся. Бумагу пишут. Шура, это нам в этом доме квартиру дают. Ага.
Паша! Две комнаты. Вот дожили. Да, мать. Это мне по мандату. Ты знаешь, кто подписал? Нет. Аж в Питере Ленин. Ленин? Гляди, небо сколько, как во дворе. Ага. Ёшенька, а в каком звании товарищ Ленин? Чин какой у него? Чинов нет, председатель. Понятно? Председатель. Я, конечно, понимаю, товарищ Хули, что тебя тянет обратно на завод. Там дела заворачивать. Да не заворачивать, Федор Максимович, а к станку. Ведь я, знаешь, ну как бы тебе сказать, мечта у меня есть. Изобретательство. Резец новый придумываю. Ну, что ж, я тоже, будь моя воля, вернулся бы на Балтику. Не выходит, браток. А кого послать партии ЧК, если не таких, как ты? Рабочий, красногвардеец, свой, киевский. Так-то вот. Предлагается тебе в оперативные помощники Коломеец! О, знакомый. Вот тоже, с паровоза, ЧК. Если сгожусь. Подходящий. Потом Мищенко из солдат-понтанеров. Знаю. И один питерский Гаврилов из конной бригады. Ну как? Понимаешь, с флангов зажали, клинки наголо. Значит, Гаврилов, пока сядешь в тылу. Ты к революции тыла не имеет, товарищ комиссар. Говорил тебе крепко грамоты, ну-ну. А что ну? Ну, берет меня товарищ Хвыль, я готов. Какие взыскания имел? Да представь себе, за два года в бригаде хоть бы напился когда, или за бабу проштрафился. Идейность не позволяла. Ну, раз такой выдержанный... Ты подумай еще. А я думал. Я ж тебе рассказывал, как моего брата, тоже рабочую парнишку, повесил под Питером Юденич. Да. Только мы боремся не за то, чтобы каждый за свои обиды мстил. Помни это. Есть. Парень как будто неплохой, но... Что? Козырять любит словами. Отучим. Вы, гражданка, не волнуйтесь. Мы сейчас всех офицеров проверяем. Плохого не делу выпустим. Да-да, я не волнуюсь. Вероятно, так нужно. Да. Я готов. Папа, ты куда? Я скоро приду, Витенька. Ну, что ты волнуешься? Я скоро вернусь. Ну, я же ни в чем не виноват. Может, покушать с собой? Ничего не нужно, там кормят. Слушай, Гаврилов, черт, опять банда под Борисполем. Сейчас едем на ликвидацию. Тут вот дела, бывшие офицеры. Хорошенько проверь каждого. Расспроси. Утром доложишь тройке. Понятно. Бывай. Лива. Следующего. Садитесь. Можете идти. Алёшка.
Это, стало быть, ты жив. Жив. Ты красный? Ну, как видишь. Мне сказали к товарищу Гаврилову. Ты что, под чужой фамилией? Нет, это партийный псевдоним. Так полагается. Полагается? Значит, ты теперь большевик? Времена и убеждения меняются, братец. Садись. Ну, а ты был у наших? У наших. Вот как. Кстати, наша мама жива и по-прежнему в Петрограде. Ну, а тебя, Лёшка, она ничего не знает. А тебе она знает? А что ты хочешь сказать? Все знает. Как ты расстреливал рабочих? Когда? В январе 18-го на берегу Днепра, когда отступали арсенальцы. Я был тогда с ними. Я тебя видел. Ты же обознался. Я же приехал в Киев только в 20-м. Так вот какой ты большевик. Тише. Тише. Зачем ты сюда пробрался? Отвечай мне всю правду, как старшему. Лёша, ну ты же тоже украинец. Ну неужели ты не хочешь видеть Украину свободной? Хочу, но я не предатель и не халуй. У немцев, англичан, как вы с дядей, Украину вы любили. И вы всегда в ней видели товар, приносящий вам проценты и барыши. Значит, ты с большевиками. Да, я верю в них. А теперь одно из двух. Либо ты сейчас позовешь чекистов и сам признаешься во всем, либо это сделаю я. Ты сумасшедший. Сумасшедший. Алеша, ну, я ошибался. Ну, сейчас все будет по-другому. Нет. Ну, верь мне, верь как брату, Леша. Нет, другого выхода у тебя нет. Набросился на меня, сволочь. Пытался бежать. Контрразведчик. Ликвидирован. Покончили с бандой? Молодцы. Что? Что с Хвыли? Ранен? Убит? Эх, дорогой ценой мы платим за каждый шаг. Мы вместе пойдем.
догадывался. Вот я. Возьми Ксаночку за ручку. Толя, где ты так вывозился-то? О, Яков Петрович! А, с праздничком. И вас с праздничком, Корней Васильевич. А, свой взвод ведешь на парад. А как же, Жинка, по хозяйству, Андрейка в комсомоле аэропланы какие-то смотрит. На. А вот ребятам в клубе обещали чего-то показать, так вот веду. А ну, пойдем. Яков Петрович, пойдем. Ты заходи вечерком с Гарпини-то, посидим. Да, да, так ты не забудь. Ладно. Будьте здоровы! А, голубчики, сейчас я вас проглочу! Ты лучше скажи, куда девался злой ведьм? Не знаю, не скажу, от злости мне отшибла память! Скажу, вот вам шелковый клубочек, куда он покатится, туда идите! Ощущай, баба, его! Красивая вещь. С праздничком, Нюша. Взаимно, я прошу, собираюсь. 6 яблочек чистеньких, а мне маленькую. Насчет яблочек это да. Можно, а насчет чего другого? Со вчерашнего дня. Ну да, это правильно, конечно. Тогда... Ну вот я тоник. Батя, опять начинается. Пошли. Я сейчас, сейчас, дочка. Ты выпил? Ну что ты? На, бери. Скоро тебе в школу идти. Пойдем. Единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, Иже от Отца Рожденного, прежде всех век, света от света Бога истина, от Бога истина. Мальчик, а мальчик, чего? Как тебя звать? Витя, а меня Галя. Ты не буржуйчик? Чего? А кто твой папа? Нет у меня папы. О здравии рабов Божьих Якова, Гарпины, Андрея, Марины, Авдотьи, Александра, Галины, Ксении и всех сродников. Господу Богу помолимся. Вот еще, батюшка, за упокой. Так, а имя? Забыла, батюшка. Знала. Давид Ленин. Он так и есть. А еще люди по отчеству его зовут Ильич. А ведь он Бога не веровал. Я верю. А поп спрашивает, как имя? А мама не знает, и полтинник имя. Чего ты болтаешь языком? И брешет, и брешет. И не поп он тебе, а батюшка. И такого не было. Нет, было, было. И Ксанька все слышала. Слышала. Ух, я беда. Ведь это же правда. Зачем скрывать? Спасибочка, сыт. Ух, вредная! Чего мать выдаешь? Ой! Тише, Ксанка.
Все показываешь себя, что не наша. Как, не ваша? Чужая? Да? Галя, тебе не стыдно? Вот я тебя показала. Толстокожая. Что мне с тобой делать? Волтузить тебя? Некультурно? Ты как поступаешь? Я сегодня заявление в лечейку подал. Я зараз передовой элемент. А ты мне что? Опиум? Яшенька, почекай. Яша, ты что же это? В настоящие большевики записался. Ну а что? А что я, миллионер Терещенко? И момент такой. За место товарища Ленина 100 000 рабочих в партию идут. Ну, самых что ни на есть уж. От станка. Ну, не плачь, не плачь. Что правду говоришь хорошо, всегда правду ешь. Уроки задали? Ага. Какие? Писывай. Ну, так вот хорошо. Ты знаешь, Галка, учись вовсю. Он Ленин, самый ученый человек был. А знаешь, какая его главная забота томила? Чтобы весь рабочий люд в науку ударился. Тогда, брат, вся наша жизнь в гору пойдет. Правильно? Правильно. Дочка, правильно. Вот не так. Сейчас вспомнил, как первый раз тебя в церкви увидел. Ты меня тогда еще за буржуйчика приняла. Помнишь? Угу. Ты была такая крохотуля, с косичками, а я совсем пацан. А ты не изменился. Витя! Дашенко! День святого. Мы сейчас поздоровались с человеком. Кто это? А кто? Наш начальник главка. Товарищ Гаврилов. Шишка. Гаврилов? Спасибо. Вы чем-то взволнованы? Кто, я? Нет, нет. Просто немного жарко в театре, Варечка. Мама. Что, милый? А вот дядя Леонид. Он жив? Дядя Леонид? А почему ты вдруг о нем вспомнил? Ну нет, просто так. Улыбаешься и молчишь, словно Джоконда Рафаэля. Сравнил. А Джоконду не Рафаэль нарисовал, а Леонардо да Винчи. Да? Да. Ты всегда все помнишь. Смотри, как красиво. Даже говорить не хочется. Чего он тебе тут заливает? Галя! Галя! Иду! Ты все за Галкой ухлёстываешь. Напрасно.
Я не ухлёстываю, а дружу. Некоторым это, конечно, не удается по грубости характера. Подумаешь, какой Ромео из липок. А в общем, ходи дальше, понял? Нет. Необходимо физическое воздействие. Знаешь, Арбуз, я бить тебя не хочу. Ну зачем из тебя семечки выколачивать? Хорошо. Не помогают слова. Перейдем к обычаям каменного века. Понял? Может, сойдем на берег? Здоровы. Беседа с вами, представителем мыслящего украинского пролетариата, для нас весьма ценна. Ну я что, я человек маленький. Таких, как вы, товарищ Середа, это винты, на которых все вертится. Так на винтах ничего не вертится. Слепому видно, какие совершаются ошибки. Строительство индустрии на Украине сворачивается и переносится на Урал. Что это? Что? Великодержавный шовинизм. Коллективизация затягивается. Продуктов нет. Рабочий класс подтягивает пояса. Почему? Почему? Утопия. Верно. Чуть не утопия. Сельский куркуль всех нас хотел в воду, да еще дрючком сверху. Ну, ликвиднули его, правильно. Вот колхозы у нас пока еще слабые. Я так смекаю. Надо трошки перетерпеть и подумать, что, куда, как. Вот именно, всем подумать, особенно нам, украинцам, нужна партийная дискуссия. А что ж я не против дискуссии? Побутарить можно. Учтите, Марвен Семеновна большой теоретик. В 21-м году лично встречалась с Владимиром Ильичем. С Ильичем? Почитайте. Покажите верным друзьям. А, можно. Товарищ Камыш на заседании. Ах, мать честная, извиняюсь. А когда освободиться? Часа через два. Зараз передайте. Секретно. Доброе. Ну, что, Сережа? Такое дело. Да залезу к тебе, все рассказать надо.
Ну, понимаешь, Габи. Подожди, подожди, я сейчас совещание оставить не могу. Ты вот что, поезжай домой, а я к тебе приеду. Ко мне? Угу. Так ведь, жди, приеду. Да что случилось, Яша? Шакал, а? Рецидивист. Кого ты так? Такого надо. Зараз ко мне Камышин из губкома приедет. Из губкома? Угу. Так чего ж ты сразу не сказал? Папу считают врагом? Наверное. После него остались бумаги, его дневник. Мать спрятала. И совсем недавно мне показала, понимаешь? Угу. Почитать их сразу видно. Отец Украину любил, был честный, прямой. Я ведь не потому, что мой отец. А это правда. Ну тогда надо доказать. Мать боится, но я непременно докажу. Веришь мне? Верю. Только ты говори правду. Одну правду, и все будет хорошо. Ну, я, конечно, ту поганую листовку у нее взял. Распростился вежливо, так, мол, и так. Я вас уважаю, дискуссия будет. Ну и к вам. Антисоветская прокламация. Конечно. И с националистическим душком. Ну так факт. И ведь вот паразиты, если кого дурачить, а? Они еще брехали, что эта ведьма Свинтицкая с Лениным встречалась. За все спасибо тебе, Середа. Поступил ты разумно. Не читал? Почти. Свинтицкая. Она еще была связана с контрреволюционерами из СВУ. Тогда я Зиновьев выручил. Ну, а как ты думаешь, почему эти типы выбрали тебя для своей агитации? Как, почему? Да, с какой стати? Вот о Ленине набрехали. Может быть, ты им показался отсталым рабочим? Кто? Я? Ну, ты сам-то Ленина много читал? Декати. А ведь ты коммунист. Ну, да. С самого начала, когда вы приехали в Киев, вы ведете себя бездарно. Вас ждет неминуемый провал. Но мы рассчитывали на помощь. Напрасно. Времена дискуссии оппозиции кончились. Пора это понять. И не надейтесь, что вас кто-нибудь выручит. Напротив, я, например, вас не знаю. Товарищ Гаврилов. Еще позвольте. Нет, хозяюшка, хватит, мне пора. Да, друг Яков Петрович, не отвоевали мы еще за революцию.
Нам еще хватит всякой борьбы, да и вот и сынам нашим. Так-так. Все мои, товарищ Камышин. Я голодался. Пучки да телочки. С экскурсии вернулись. Откуда? Из Кани. Да, тесновато вы живете. Да все бы ничего, да ребята подросли, и комнаты словно сузились. Так вот, надо начинать свои дома строить. Да, конечно, это так. Откуда это у вас? Отец Гали. В 17-м году пропал без вести. Угу. Наш Арсенальский. Сынок Матвея Очередько. Что, знали его? Знал. Нет, не пропал он без вести. Здравствуйте. Очередко? Федор Максимович вас ждет. Пройдите. Здравствуйте. Здравствуй, Галина Ивановна. Садись. Знал я твоего отца, Ивана Матвеевича. Зимний мы с ним брали, убили его из-за угла. Воинскую книжку твоего батьки я сохранил. А это его подарок твоей матери. Вот так и не получила. После школы как жить собираешься? Я на завод пойду. Я так и думаю. Пусть тебя назначат ко мне, поняла? Ой, что ты, чему я у тебя научусь? Ты сам как 3 месяца работаешь. Послушай, Галка, я же ударник. Вася! Ну, честное слово, Галка, ну... Вася! Вася! Это что еще за батя? Какой такой может быть батя в цеху? Фамилия? Очередько. Давай направление. Очередько Галина. Правильно. Поджидали такую. Ты чего глазеешь? Ступай на место. Вот и не думай, что если мы там с тобой знакомы немного, так я тебе спускаться стану, ясно? Ну что вы, товарищ мастер, я так и не думаю. Ну, то. Антонина Давыдовна, вот, значит, подучишь недельки две. Если поймет все как надо, ставь на норму. Тебе и технику, и университет. Что захочешь, старайся. Вот, Галочка, твой станок. Старенький, но ничего. Будешь за ним ухаживать. Где подмаслишь, где вытрешь. И будет он тебя кормить и кормить. Не дергай, не дергай. Ну, смелее, Галочка. Смелее.
силу почвенных условий некоторые останки древних захоронений на территории Киево-Печерской лавры постепенно высыхали, мумифицировались. Прошу обратить ваше внимание, это природное явление было использовано духовенством в религиозных целях. Вы меня? Простите, что я так неожиданно, но вы, кажется, замечтались. Теперь вы мне доверяете? Да. Кто вы? Откуда? Сейчас моя фамилия Троянский, так же, как ваша Гаврилов. Приехал из Одессы. Месяц тому назад я виделся с вашим дядюшкой, Павлом Фомичем, в Париже. Он еще жив? Да, представьте себе, и здоров. У меня к вам от него и еще от других лиц есть очень важное поручение. Понятно. Пройдемте. И носите на здоровье. Спасибо, доченька. Вот и до твоих мы денежек дожили. А это тебе? Уж не знаю. Ух ты! Это технический словарь. Тебе такой нужен? Ой, Галка, угадала. С чертежами. Угу. Слушай, дорогой, наверное. Не очень. Ну, спасибо, Галь. Конспект пишешь? Угу. Трудно? Трудно. Чего тебе? Батя, дай ногу. С первой палочки. Спасибо, дочка. Первые твои гроши. Угу. Вот мать, еще один птенчик крылышки расправляет. А думали мы до революции, что всех детей вырастим, сохраним и на дороге выведем. Ой, не думали. Вот и чудо. Дети все на ногах, и мы живы-здоровы. Жизнь-то как разворачивается. А водку ты пьешь? Один раз. Нет, два раза попробовал для интереса. Больше не собираюсь. Пиво люблю. Арбузовы, есть еще вопросы? Нет! Мне не ясно. Вот мне не ясно. Ты почему дома матери грубишь? Ты откуда знаешь? Мы все знаем, как соседи. Да это к делу не относится. А по-моему, очень даже относится. Почему грубишь? Она тебя вытащила, выкормила уж вон какого. А ты и грубишь. И все на своем горбу, все без отца. Ты и так за это благодарный, да? Характер у меня грубоватый. Это верно. Конечно, это нехорошо. По глупости. Поумнею, товарищи, обязательно. Обещает изменить свой характер. Запишем. Еще вопросы? Голосуем. Голосуют только комсомольцы. Кто за принятие Арбузова в комсомол, прошу поднять руку. Опустите. Кто против? Ксанка, ты что, против? Кто-то. Кто воздержался? Принят единогласно. Господи, я знаю. Не робей, Галочка. Очеречка Галина. Сестренка моя, веди собрание.
Токарь! Токарь! Рождение 17-го года. Цеховая ячейка рекомендует. Отводы есть? Нет! Нет! Александр, ты чего говоришь? Нет! Ты хочешь сказать? Да. Я скажу. У меня много недостатков. А почему так? Никто не спросит. Вот я норму едва выполняю. Да и весь цех так. А хотим быть ударниками. В чем причина? Вот тут директор, пусть все знает. Станки старенькие. Уж я, бывает, даже разговариваю со своим. Ну что ты, и чищу тебя, смазываю. Не подведи. Да он бы рад не подвести. Да изношен, сил нет. А газеты читаем, завидки берут. Многие соревнуются, достигают. А мы? А ведь вступить в комсомол. Как нужно себя оправдать? Всегда быть первыми, правда? Идти вперед, не останавливаясь. Ведь на наших билетах кровь комсомольцев в щерце, герои в Триполе. А что мы можем добавить к их геройству? Никогда. Это ты скорее женишься. Девчонки вообще выскакивают. Нет. Я не выскочу. Поехали со мной на Днепрогэс. Очень просто. Что ты? А как же завод? Наш Киев? Нет. Я не смогу. Я понимаю. Но ты же знаешь, Галочка, что я люблю тебя. Люблю больше всех на свете. И мне тяжело уехать и быть там без тебя. Мне даже тяжело подумать об этом. Я буду ждать.